И всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами, как всегда, Кунька присутствует, как всегда, на моем канале. И решил я попробовать такую рубрику на своем канале, как просто игры в ММ, в мид, именно и мид, либо кор позиция. Обязательно пишите в комментарии, на какой позиции вы меня хотите увидеть. Но те, кто смотрит мои стримы и, конечно же, видео, знают, что я не играю мид в принципе. А можно, пожалуйста, два тангусика саппорта? Спасибо. Вот, то есть, и я решил, ну, чтобы людям было интересней, именно ходить в мид. Сразу говорю, я не мидовый игрок, то есть, вообще ни в одном месте я не играю в мид. Но решил попробовать ради вас. Если вам понравится это, а как вам это понравилось, вы можете оценить своим лайком, либо комментарием. Вот, я, соответственно, буду видеть. Если много комментариев и лайков, типа Кунька, давай еще, Кунька, вообще все the best, то я буду дальше такие видосы снимать специально для вас. Опять же, для тех, кто не любит смотреть стримы. Да, есть такие люди, я вас прекрасно понимаю. Я сам не особо люблю сидеть на стримах. Но если вам понравится, вот как я играю. Но, опять же, сразу хотелось бы предупредить тех, кто играет мид. Пожалуйста, постелите подушку как-нибудь, да, либо... Не знаю, прикройте чем-нибудь лоб, в общем, потому что от моей игры в миду вы будете пробивать себе фейспалм, ну, стабильно, наверное, каждые 10 секунд. Я вообще не игрок мид, повторюсь. То есть, это для меня своего рода эксперимент. Но я играю на четвертке хатвилки, то есть я играю на четвертой позиции на этой белочке, и я собираю ее в Burst Damage. Burst Damage, кто не знает, ну, может, есть такие люди. Это когда вы, получается, вносите быстрый... большой урон. Это называется именно Burst Damage. 105, ну, попробуем. Но, опять же, я говорю, народ, я не игрок в мид, то есть для меня это, можно сказать, в какой-то степени в новинку. Я как бы играл когда-то мид давным-давно, но я не задротил мид. То есть для меня это... Я знаю, я уже вас задолбал, но вы сами увидели, я проебал стопинг. Ладно, если он сейчас... А, ну, понятно, он вообще не стал стопить, и против нас ОД. ОД это, конечно, печально. С ОД нам будет стоять очень неприятно. Да, пошло. Пошло, поехало. Похуй, пляшу. Понятно, ясно, понятно. Не будем пока что ничего вкачивать. Против УД стоять вообще, в принципе, геморройное занятие. Он может борзеть, я борзеть пока не могу. Не судьба. Блин, там 230 хп, дай по ним хотя бы раз одну тычку. На барзометр УД зашкаливает, но он может себе это позволить, я себе это могу позволить, к сожалению, не могу. Урон у нас вроде как все одинаково, но у него есть буст на урон. Не хочу я рисковать из-за крипа, терять очень много хп. Опять же говорю, я не медовый игрок. Угу, пошло, поехало. Охуенно. Сетка полгода летит. Ну все как обычно. Все как всегда, решил повыебываться. В итоге я сейчас походу сосну. А, заебись еще и мисс, блядь. А, как здорово, что все сегодня здесь мы собрались. Хочу Синтрекси привезти. Ну, он меня просто гоняет. Просто. Типа, пошла нахуй отсюда. На, нахуй. Спасибо, блядь. Мразь. Ну, вообще, он просто не дает ничего сделать. Заебись, а это FRK прожал случайно, блядь. То есть белка, которая ватная, что пиздец, бля. Да иди ты нахуй, слушай, блядь, уёбок ебаный, блядь. Понятно, охуенно зацепил вард. Блядь, пидор ебаный. Как же я тебя ебало буду разносить, блядь. Может, ты начнешь их бить руками? Морф, у тебя 200 урона.
просто рукой его бьешь, и ты его убьешь, этого вайпера. Ай, блядь, пиздарики на воздушном шарике, блядь, ну вот самого ватного, кого можно было взять, блядь, против УД, я, блядь, взял. Сука, мразь, пидорас, блядь. Гандон ебаный, блядь. Я не знаю, как будем сейчас выруливать. Тогда я полечу не здесь ловить ни нихер. Если ты не собираешься их бить, тогда у них нет силы. Тут бессмысленно тут стоять. У него 430 хп, то есть каждая твоя тычка отнимает у него 15% здоровья. Ты стоишь, блин, ничего не делаешь. This way. Hello, you're a tree hugger. Just follow my trail. No worries. Блять, какой ж ты пидор конченый, ёб твою мать. It's how I live. Hey, pony, got ya. G'day then. Заебись, ДДшка, блядь. Нахули нет, действительно. Пиздец, блядь, он переборзел вообще уже просто. Просто под вышку, блядь, заходит. Уёбок, блядь. Ну ничего, блядь. Барзометр я тебе чуть-чуть скрутил, гандон ебучий, блядь. Пидор опущенный, блядь. Он, конечно, с фул ресурсами сейчас придет, у меня нихуя не фул. Ну хуй поделать. Да, вот он ты, блядь. Вспомни солнце, вот и лучик, блядь. Блядь, ну началось. Ёб твою мать, сука, ты дождешься нахуй. Сейчас я шестого апнул. Ой, блядь, как ж я твой рот ебать буду. Не смей. Так, ну у него пока нету этого, блядь, метеора. Блядь! Через 2 минуты метеор уже. Ага. Probably the right way. One in the groove. Stand right there. Пидор ебаный, блядь. О, у меня еще и пуш минус, заебись. Не, я видел, что ты сделал, потому что это было нечто. Куда сеточка летела? Мать твою, она летела, блядь. Я его в соло убил, блядь. Он по левелу сосет. Хуль ты доебался, иди нахуй вообще, блядь. Будешь что тут еще что-то комментировать, блядь. Хуевший, блядь. Nothing I can't use. You smell something? All wrapped up until you've now to kill some fertilizer. I aim to please. You're going to regret this. That's a bingo. No, this way. I'm sorry. Did you think you were hunting me? Второй раз заборзел, мразь, второй раз опущенным стал, блядь. Гандон ебучий, блядь. На белку выебывается, блядь. У белки не лезь, у белки орех есть, блядь. Ты с ним, что ты делаешь? Фух, бля, ну надо сейчас ходить на лайны, я уже вряд ли смогу сюда стоять. Он сейчас, блядь, все сильнее и сильнее начнет борзеть. Плюс тут уже почти молнии. О, это молния, блядь. Да, все, пошло, блядь, по пизде. Нужно было бить его, друг. Блядь, сколько же он хп отнимает? Что, блядь, по урону, нахуй? Ладно. Просто что по урону, блядь? Ну как вот эту мразь, блядь, контрить на? Ой, блядь. Гондурас, блядь. Хотел продамажить немного. В итоге чуть-чуть промахнулся. Ну, блядь, с кем не бывает. Чё с ебалом, блядь? Тоже больно, да, блядь?
Неожиданно, нихуя себе, да? Так, ладно. Пока барзометр свой выкрутим, а то сейчас я чувствую, я допиздиться могу, блядь. А я очень не хочу умирать. Особенно молодым. Так, попробуем рунду законтрить. Ну, два раза топ было, значит, сейчас должна быть бот. Ага, понятно. Понял. Да, ровно бот. ДДшка еще, блядь. Заебись, блядь. Ты Габена долго сосал, блядь, мразь ебаная, блядь. А, все, до свидания. Я сейчас ману хилю, ухожу гангать, потому что он уже взял метеор, я там стоять уже не могу меду. Сейчас начну по лайнам ходить. Ну, потому что реально, уже когда у него метеор, это самое тупое, что я могу делать, это, блядь, стоять и драться с ним дальше. Потому что он сразу мне объяснит, Кунька, ты не прав, блядь. На, въебалом. Так, ладно. Берем по дефолту. Так, давайте на топе движух наводить. Ну ты ж пиздить только мою игру можешь комментировать. Ты же не можешь сказать, я сказал, буду ходить по лайнам. Все молчали, я вижу, что здесь близко противники к вышке. Я и ушел сюда на ган. В чем проблема? Дамаж, дамаж, дамаж. Блять. Продуктивный ганг. Ну, если морф не может одну тычку дать, я виноват, что ли, или что, или как? Ты можешь свой ебал вообще закрыть, нахуй, ни одного ганга мид не было. Даже когда мне под вышкой, нахуй, по Т2 давили, ты хуй ТП что-то давал, уебище. Да потому что тут сложная линия. Так, сейчас подшабу увидеть, блядь, но вижу, нихуя нет. О, блядь, привет. Ну все, я минус. Четверо топ. А насколько сложная линия, блядь, что нахуй четвертая позиция не приходит на топ, не расскажешь мне? Комментатор 228, блядь. Наверное, баунти. А, ну да, наверное. Похуй, что четверо топ. Хорошо, ладно. Я тогда фармить пойду, пока не буду соло убивать. Все, занимайся, блядь, все, отстань. Ну все, все, все. Ты выебаешься до хуя, толку с тебя нихуя. Поэтому ебал свой закрыл, нахуй, больше в мою сторону, чтобы не вякал, блядь. Тупорылый шаг, блядь. Три килла и все в соло, блядь. Ай, блядь. Правильно, попушь еще линию, блядь. Ой, блядь, какие же ебан Клаусы. Я не знаю, будем мы топ дефать, нет, блядь. Не хотелось бы эту рубрику начинать с поражения. Так, надо подумать. Че у них, фантомка, Рубик, блять, да хуй тут думать, нахуй, здоровье, конечно. Хули тут думать, что тут думать, что думать, уебывать надо. Так, фантомка почти БФ, понятно, блять. Морф почти хуй. Регионка, блять, вообще нахуй охуенно. Угу, вижен здесь ставить, понятно. Так, трое топ, надо идти дефать мид. Фантомочку убьем, я смотрю. Телепорт сделаем. Я сейчас мид от дефа могу в мод уйти. А, ты решил фантом ты не убивать, ну хорошо.
На чем ты будешь пробивать? Ответь мне на минус. Пока ее убьют. Ну пошли, чё, ну. Видно, что ты на месте рекорд делаешь. Чё? Потому что там огромная пачка идет. Хорошо. It's funny, cause it's really unwinding for me. Мы не закончили. Вот пиздел бы ты поменьше, был бы толк с тебя больше. Молодцы. Спасибо за стрелу, спасибо за все, блядь. Просто тут даже крипов не было, уебок топорол. Короче, ты летишь мут и репорт тебя нахуй. Просто вот это вот животное ебаное что-то пиздеть на меня будет, блядь. Ой, блядь, охуенная стрела, блядь, охуенная вообще, блядь. Время трачу, блядь, хуй пойми на что. Не, ну как на что? На то, чтобы не фармить. Надо придумать, что с УД делать. Комбинация мне это вообще не устраивает. Он просто не устраивает. Бля, 12 был бы убил. Вам не прервать смертоносный полет мыслей. Все, отпускай, пизду. Нехуй за ним бегать. Блять, ботл взял, так и, блять, толком руны не обузил, блять. Ай, в пизду. Привычная практика за меня взять вот ботл и забыть про него нахуй. Так, понятно. Иллюзию уже забрали. Свежее мясо. Руны законтролить, руны законтролить. Угу, понятно. Что там у легионки? Скоро будет мейл, блять? Угу. Вообще скоро. Она блин пошла. I'm not opposed to taking the occasional bounty. Будешь красоткой. С яблоком во рту. Yep, yep, that's coming with. I'll lead the way. Так, нужен 12-й с ручником прям. Yes! No, this way. This way. The enemy attacks your bottom tower. A bolt from the blue. You smell something? Так, есть 12-й, отлично. Ну да, 11-й. Ну это такая мразь, которая очень быстро может отдефать свой левел. Так, что у него там? Блять, забыл, не успел прокликать. Ну что у него там? Пиздец у него там, блять. Хули комментировать, блять. Так, надо уходить. Опять время трачу на непонятно что. Надо срочно идти фармить. Сокращаем максимально. Пусть. Так, молнии почти. Так, отлично. После молний, я думаю, уйдем в БКБ. По-любому. Даже если оно такое раннее будет, я буду очень часто его прожимать, и будет всего 5-секундное. Все равно БКБ нам очень сильно поможет за сейф против ОД. Против вот этой ебаной комбинации Вальва фикс плиз, блять. Потому что это хуйсос просто заебет. Так, надо наботать, там драку начали. А, уже закончили, все хорошо. Так, молнии есть, отлично, 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 хорошо, идем. 6, 2, 1. И даже если катку эту проебем, я все равно ее выложу, потому что нехуй, блядь. Я тут, блядь, потею, блядь, как нахуй. Хуй знает кто. Даже не придумал, как кто. Так, ну что. Стрелу не попадает тоже. Забей, это просто ЧСВ несоответствие. То есть выебывается дохуя, толку нихуя. Пацаны, давайте подефаем все вместе, пожалуйста. Я тоже уже подхожу. Ну, Леги, блин, нету, да? Да. Сыграть нечем. Плюс будет. Бля, давайте под их там бой не будем драться. Вообще надо еще уже не... Что, просто взял и дал тамбу.
against the rising tide. Always. Свежее мясо. Got this grass. Just doing my path. You couldn't stop me. Уйдите, я сейчас ёбнет на руби. В тайминг не попасть, блять, но это вообще, это все, это нахуй конечное, блять. Слава богу, это долбоёб мутя. Так, кто у них фармит? Бля, у них фантомка фармит, ёб твою мать. Она с БФом, ну, сложно. Так, надо думать, что у нас? Ну, блядь, МКБ надо и БКБ надо. Но в итоге денег мне хватает только хуй понюхать, блядь, ну ладно. Это тоже, это опустим интимные подробности. Олега, а можешь мне яблоко, пожалуйста, отдать? Тебе оно все равно ничего такого прям сильного не даст, а мне ХП даст. Пожалуйста. Спасибо. Так, ну ладно, уплотнились немножечко, это хорошо. Вижена у нас мало, это плохо. Ну ладно. Лего, вот это можешь себе взять, в принципе. Ты когда дуэльку даешь, она тебя бафнет. Будет деф. Бля, на это последнее думал, что ты дашь. Ладно, дробовик появился, хорошо. Есть дробовик, хорошо. Блять, да как нахуй? Как яйцом косяк, блять. Ладно, я минус. Сука, я ж, блядь, в другую сторону хотел, на самом хуле я туда побежал. Бля, у фантомки уже, наверное, супер все, охуенно, конечно. Ну так, его. Блэтмейл, потом этот, понятно, а это чё? Блин, Блэтмейла нету до сих пор, блядь, 20-я минута. Лига без Блэтмейла против фантомки, чекайте, без смс-регистрации, блядь. Бля, надо было отпускать, вот нахуй я ждал до последнего, блядь, вот нахуя я ждал, блядь. Надо было хуй с этой легой, блядь, просто самому убить. В итоге я ОД отпустил, блядь, долбоёб. Ну, хотел же по-человечески, блядь, отдать ему этот, нахуй, фраг, блядь, чтобы... Ну, даже не фраг, а дать ему возможность набить ульту. Ну, блядь, благими намерениями вымещена дорога в ад, блядь. Конечно, не особо подходит этот термин под данную ситуацию. Так, блядь, ну это понятно, блядь, ЛД это нахуй. Вечная дырка боль задницы будет. Какие есть идеи, какие есть предложения? Был бы на стриме, я мог бы спросить, но ну, а здесь придется, блядь, догадываться самому нахуй. Свежее мясо! Ох, ебать, тут вообще целка тавр. Ёбаный в рот, блядь. Он даже урона не нюхал, блядь, этот тавр. Пиздец. Так, понятно, на меня выход. Чё, Рошика, надо дефать, парни, надо дефать Рошана. Я только не... Минус фантомка. Фу, блять, это плотно было. Это сейчас было плотно, но зачитано, прочитано, убито нахуй. 500 голды, заебись, подфармили.
Это хорошо. Я возьму. Мне в ботл надо. I'm keen. Not literally. It's more sure. Why me up? Great idea. Мне свежее мясо. Food with thought. Domination. Блять, пиздец. Они табу ставят лучше чаще, чем мы, блять. Killing spree. Double kill. Охуенно. Подрались, блять. Yep. Чекайте, блять. Ой, так, кто у нас там умер в этом файте-то, блядь? Да никто, только наши все полегли, блядь. Понятно, блядь. Вопросов больше не имею. Аккуратней так не делай, ТП, там можешь пуш стоять в лесу. Они на Рошан, скорее всего, пошли дальше, до конца добивать его. Так, ну там нет УД. О, блядь. Ну, помощь, 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 народ. Возьмите нас. Сейчас будет прыжок, дуэль там. Может, Рошика добьем, парни? Там Рошик вообще на лоу должен быть. Там пол хп, по-моему, на Рошане. Все, давайте Рошика быстренько. Мав, тогда ты бери, а Егу мне она не нужна. Я и так далеко максимально держусь от файта, ты у нас можешь улететь случайно. Ага. Нет тут этой, блядь, фантомки-то. Нет, заебись. Лег, может ты потанкуешь, но я не самый лучший танк явно. Не хочу рентгенку просто так тратить, блядь. Оп, можем фантомочку, фантомочку можем. Не вижу, где фантомка. How you like my rig? А он же один сюда прилетел. Да, да, да. Хорош, парни, хорош, молодцы, молодцы. Так же даем. У нас еще Ега должен быть. Парни, я ушел мид-деф, ты ушел мид-деф, аккуратней. Мор, задеф и бот. А, у тебя КД. Ну, у кого есть... Окей. Так. Так же аккуратно просто хуярим их и все. Главное УД первого вырубать, потому что УД вырубает нашу Легу. А Лега может вырубить кого-то еще, типа фантомки. Оставь, пожалуйста. Оставь мне для ботла.
Так, это у нас что дает? Пусть это уклонение. Это движение. Не, хпшку я, наверное, не буду менять свою. Я знаю, может это и тупо немного, но я хочу лучше быть 2к хп. Опять же, хорошо, я в файтах не проебываю БКБшку пока что, потому что файты такие, что меня не цепляют первого. Это очень позволяет... Ой, бля, ну это надо брать, это надо забирать, потому что это орех. Блять. Сука, одна пища другому. Сало, заберите кто-нибудь с руки. Это нам надаст реген. С орехом мы очень сильно регенимся, поэтому я именно и забираю эту шмотку для тех, кому непонятно почему. Ну, не, я вам просто говорю, то, что она лежит, вы можете ее забрать. Я себе взял паладин, чтобы регениться с ореха. Конечно, без доедалсов тяжеловато, потому что обычно я собираю молнии, потом сразу ухожу в дизоль. Но поскольку здесь есть ебучий ОД, и против него надо как-то подсейвиться, выход на меня делает. Все, идем давить их. У них минус ОД, все это, блядь, надо за это минимум сносить вышку. Блять, далеко. Хорош, 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 продолжаем. Я уже подхожу. Лучшие. Кто по дефу? Сносите вышку там нахуй. Если фантомка у меня прыгнет, я не смогу ее вышинковать, скорее всего. Фантомка мид, спокойно сносите Т2. Ну, повезло, у них фантомка долбоеб, он собрал БФ и дизоль, но не файтится, он играет в пушера, но хорошо, блядь. Хорошо, сука, давай, давай, пуш, блядь. А, давайте деф, заберите эту хуйню и отдефайте просто, ну, отходите просто, нахуй, сейчас там уже все появятся. Да-да-да, вы успеваете, вы успеваете. Да-да-да, вы успеваете, нахуй, минус экспа, все, нахуй. Так, все, МКБ есть, теперь давайте догрейдим ботинки, догрейживать я их буду сразу в травела, потому что, нет, пизду. Знаете, что я подумал? Давайте в ПТ. ПТ будем. Так, ну, а Яга уже скоро пропадет, может, давай не будем все-таки на тебя борзеть, потому что, я думаю, она уже скоро должна исчезнуть. Если только сейчас какой-то файт прям вот очень быстренько. Да-да-да, заберу. Начали. Вышку сразу за этого мид сносим. Хорош, парни, лучшие. Так, минус Аега, ничего страшного. У них нету ОД, дефать нечему. На фантомку похую вообще, есть МКБ. Давай дальше идем, похуй на них. Блять, крипов нет, сука. Ладно, бэк, давайте бэк. Отходим тогда. А Еги нет все равно. Не за что драться, там уже сейчас все появится. Не хочу я драться, сейчас нет смысла вообще. Так, ладно. Есть ПТ. Я знаю, что ПТ надо раньше собирать, но я хотел именно выйти сразу в дорогие нужные мне вещи. Так, что дальше? Что дальше делаем? Надо думать. Надо думать, либо грейдить молнии. Либо собирать по какому-нибудь даже Абиса. Надо уходить. Нам нечем драться. Не надо, морфа нету. Берем два заряда. Чистый урон нам ни к чему. Ну, сорян, я не в него попал, я попал в этого. Блять. Вайпера и его убил. Я как бы. У меня не было 2 стака ореха. Был бы 2, я кинул бы 2 стака. Так, хорошо, пока что все идет. 14 на 3, 8 идем.
В принципе, каточка нормально идет. Можно попробовать заборзеть, убить фантомку, которая на тройке должна фармить сейчас по логике. Да, так она уже все зафармила. Так, она в миду, она сейчас сюда должна прийти. Не вижу ее. Так, в Рубика я не хочу прыгать. Не вижу смысла. Где ж фантомка, блядь? А, фантомка в бот ушла, понятно. Так, Рубика вижу. Так, ладно, пока что все нормально, пока что все хорошо. Мне нравится эта игра. В том плане, то, что я хорошо отыгрываю. Наказываем, одна вообще. Просто всей толпой, нахуй, всем скопом я ебал объем. Сейчас здесь будет. Да, повижно где-то прошли, видимо. Возьмите нас. Парни, растянулись слишком сильно по карте. Аккуратнее будьте, пожалуйста. Фантомка топ. Я не знаю, разобью ли я в соло ебало. Но она меня заебала. Нет, ладно. Хуй с тобой, золотая рыбка. Давайте чекнем Рошана. Поставим вижен. Так, Рошан есть, нужен вижен вот сюда. И вот сюда. А, здесь интрак стоит, все отлично. Вот сюда вижен ставим и пробуем Рошана. Чтобы туда вижен поставить, нужны все. Мы все здесь, братан. Мы все вместе. Мы команда, все хорошо. Мы тебе организуем защиту, ты нам вардик, пожалуйста. Будь добр. Вот сейчас они на нашем вижене были. Just keeping it loose. Just doing my... That's the one. Find the branch. Так, давайте отходим чуть-чуть, ставим вижен вот сюда и идем Рошан забирать. Морф забирает и все. Хорошо, Линку я постараюсь сбивать. Там атака на кого-то. Давайте вижен ставим и забираем их. Линку собью. А, нет, не собью далеко. Охуевший ТП, конечно. Да-да-да, иду. Так, вижен сюда, и парни, все на Рошана, будем все вместе дефать, мы команда. Замедло дал. Рошка, теперь Рошка, спокойно, парни. Мор, забирай себе, тебе нужнее. Вместо стика давай. Лего, забирай, Лего, забери себе сыр. Так, парни, давайте тогда, смотрите как, обрезаем им сейчас тут вот весь фарм, убиваем одного-двоих, тогда заходим на ХГ через мид. Наша задача сейчас вижен им везде снести нахуй и просто не давать им выходить в лес. Выловим фантомку и удем, считайте, игра закончена. Бля, ебать, я командор нахуй. Так выйдите, заберите, блин, крипов слайна. Крипов-то я заберу слайна, не переживай. Нам надо просто по максимуму их задушить и потом подловить, когда они уже все-таки не выдержат, пойдут леса фармить. Так, берем сука, сложный выбор. Давайте вот так сыграем.
Самое логичное будет. Да, я знаю, что лучше бы было продать ботл, но ботл пока не хочу продавать. Я жадный. Так, отлично. Мор, дашь мне? Ладно, сам заберу. А, хотя это... Лего, возьми себе вот эту хуйню на БКБшку лесную. Чтоб ты, если влетаешь, тебя не могли закрыть. Что там твоим делом? Ты два пытались забрать, не знаю, зачем вы идете по низу, у них трое. Братан, если вы куда-то собираетесь, скажите команде. Ну чё, мы, блин, командно держались до этого, сейчас что-то начали расползаться, почему? Мы что, вас нахуй, что ли, пошлём? Или скажем, блядь, чё? Тут Vision, скорее всего, стоит. Надо ждать наших до конца, но втроём идти не хочу. 3 в 5 уже проигрышный файт будет. А, так, 40 минут в фарме, блядь. Двое топ, двое топ. Морф, подойди, пожалуйста. Не, они съебались, понятно. Сука, как же они играют, блять, это пиздец. Anyone know where we're going? Just follow my trail. Давайте все вместе на потопу, парни. Все вместе, пожалуйста. У нас Аегис, у нас все есть, пожалуйста. Ты по пути добьешь, не переживай. Probably the right way. А если что, накапать даже сам по себе. Фу, такая большая сила. Просто у нас Аегис, а инициация должна быть с нас. Так, тут центрики, по-любому, потому что наш центрик здесь сняли. Аккуратнее, пожалуйста, ходите там. The way. No, this way. Did you see a branch move? Ты пойдал. Yep, that bounty. Награда моя. Так, они готовятся принимать, парни, готовьтесь тоже. Сейчас будем драться, блядь, стенку на стенку, нахуй. Yep. Отлично. Ее, значит, надо либо забрать, она у него всегда будет, если он драться не будет. Ну, ты хочешь сейчас подраться в миду? Ой, на топе? Ну, давайте подеремся, если ты уверен, что мы сможем. Так, у них УД бот, давайте топ толкнем. Отойдите из-под тамбы. Не рано было это сорву. Без смс-регистрации, блядь. Линку сбил. Парни, быстрее! Пиздец! Хуяно, зашли на ХГ, блядь. Минус Аега, блядь. Только тройку убили, блядь. Как он достал-то, блядь? У него не должен был доставать клуб. Там чё, у кого-то телескоп или чё? Фантомку надо глушить, народ. Вообще не заходим теперь. Фантомку надо глушить в первую очередь. Ебать, там рапира, блядь. Короче, парни, теперь пока фантомку не вырубим, вообще не ходим к ним. Надо забирать рапиру. Пиздец, я вообще не ждал рапиру. Ладно, хуй с ним. Рапира это не так опасно, блядь. На фантомке. Но в том плане, то, что мы ее зафокусить можем быстрее, чем она что-то сделает. Так, гоним, понятно. Ты это возьми, таймлесс релик. Yeah.
В общем, парни, надо фантомку первую цеплять. Лего, с тебя фантомка получается тогда. Мы тогда попробуем вот эту вырубить. Потому что ты единственный, кто можешь удивнуть. Братан, я байтить не могу, я и на один крит с рапидой. У меня, конечно, крит у самого неплохой, но, блядь, как же они много урона у меня въебали. Просто пиздец. Ага. Чё? Бля, как фантомку-то зацепить? I'm king. Очевидно. Just follow my tail. Здесь уже можно. Ну мы выключили, блядь, они в нашем, блядь. Я топ ушел дефать, парни, аккуратнее будьте, пожалуйста, ушел на топ. Надо вернуть что-то против фантомки. Возможно, атосные молнии собрать. В самом расцвете сил. Ну ладно, блять, хорошки. Отлично. Так, атосные молнии собираем, потому что надо как-то контрить фантомку. У фантомки БКБ нет, слайсти, народ. Мы можем фантомку просто за стан забирать, нахуй, за Мирановский. У нее нету БКБ. Так, значит, по-любому атосные молнии, потому что это дополнительный контроль будет для нашей команды. Главное, чтобы эта пиздосик в меня не влетела, потому что она мне ебучку расшибет. Даже если я соберу бабочку, чтобы хоть как-то выживать, она все равно мне ебало скрывает. Из неприятных новостей, так сказать. Видели фантомку? Парни, она без БКБ. Награда моя. Чё он не бьёт? Изерил накинул этот морф. Ничего страшного, блядь. Рапиру заберу. Рапиру заберу, мне доедалось. Все, отлично, заканчиваем. Так. It's how I live. Rigging structures are fortified. My tails are steel. The enemy's bottom tower has fallen. Here's a happy little fella. This way, the territory is my king's free. Leave it. This is nothing to it. One in the groove. No, this way. The enemy's bottom. Есть мана, народ. У меня маны нет вообще. Ripper. Ладно, у меня есть ботл, в принципе. What? This way. Заканчиваем трон. Том же берите. Нахуй топ, мы трон заканчиваем, блядь. Там до фантомки 60 секунд. Ладно, давайте топ пизду.
У меня маны нет нихуя. Все, уйдите лучше, сохраните рапиру, вы там ничего не сделаете. Блять. Ёбаная потнина, блять. Байбов нет. Рапиру сохранили? Ага. Все нормально, я съебался. Бля, 18-4-14. Ёб твою мать, блять. Можно не так потно, блять. Просто пиздец. Это какой-то пиздец. Ага. Почему? Yeah. Чтобы вы крепость снесли или что? Почему не ходить? А, все, хорошо, хорошо. Давай, может, тогда от тебя мясо все. Я не пойду драться без вас, парни. Я не пойду танковать, я слишком слабый для танка. Я чисто из под тяжка могу орехи вот так накидывать, блять, по 1600 нахуй урона, и нормально. Так. Пока байбек еще минуты нету. Так, в принципе, все нормально. Все нормально. Я предлагаю сейчас нам снова вставить вижн сюда, забивать рошаны и заканчивать нахуй игру. Я думаю, это лучший вариант будет. Звучит как хороший план. Ну так ебать, других не предлагаем. Бля, ну поначалу, конечно, скатка не началась хорошо, но сейчас более чем достаточно для победы. И можете какой-то вижен огрызовать с его хотя бы 1-2 барта в наш лес? Бля, пиздец, я уже 2 сигареты выкурил за игру, блядь. Курение вредит вашему здоровью, бла-бла-бла, блядь, не курите. Это все хуйня, война, блядь, главный маневр. Так, бля, пиздец, байбек дорогой, конечно. Если рапиру в ебу, это будет очень хуево. Поэтому надо максимально осторожно ходить, потому что, блядь, пидор на фантомке не дремлет нихуя. Деф он. Я уже давно не говорю загадками. Союзники, исчезните. Гоним, заберите. Все, заканчиваем, парни, заканчиваем. Конечная нахуй для них. Там фантомка без байбека, у меня Егис, у меня рапира, все есть, парни. Заканчиваем. Все в мид, пожалуйста. Миран, тебя тоже касается. Но они по плану будут дефать. А мы гем выбили? Нет, гем по-прежнему рыбайком. Парни, сносим! Помогите снести, пожалуйста. Зачем вы пошли вот сюда? Мы сносили трон. Мы могли снести трон. Пиздец. Просто пиздец. Нахуя, блять? А главное, зачем? Как, блять, растянуть игру, которую можно было уже выиграть? Вот так, нахуй. Yeah. Я не буду с КГ уходить, потому что выйду, могу умереть два раза.
Так, что, на второй рапиры, наверное, будет Тадди, скорее всего. Ага. Ну, вот он, да. Ходит на спидах уёбище. Ну, блин. Потом еще одну рапиру возьмем. Ну, скорее всего, будем рапиру на рапиру драться. Я не хочу просто подставляться, наверное, сами понимаете. Подставлюсь на нахуй, ну, нахуй такие вот счастья. Дальность атаки бы еще как-то... Не из-за морфа, из-за леги, который прыгнул под фонтан. Ну так нахуй вы пошли дефать вообще. Продали и все. Продали и все, нахуй. И снесли, блядь, нахуй трон. Вот реально, мы растянули просто игру, которую уже выиграли. Ты еще не выиграл. Мы ее уже выиграли, ну, блядь, просто. Да, там вторая рапира готовится. Надо как-то фантомку цеплять. Сейчас там будет еще одна рапира, и будет все заново. Да. Под фонтаны ж мы побегали. Ага. Давайте сюда попробуем зацепить фантомку. Он где-то в их лесу фармит, скорее всего. Хуёво, что без ботинка. Right. Давай, Лего, ты у нас первый, ты у нас танк. Who we fight? This way looks clear. Понятно, что громкое слово, конечно. Лего, куда ты? Не надо крипов, нам надо зацепить Лего фантомку. Did you see a branch move? Time to kill something. Let's do this the easy way. Whose stupid idea was it to put these things here anyway? Always a step ahead. Фантомка почти рапира. It's flat out. My tail's a sail. Illusion. Got any scrubs? Блять, я не хочу вторую рапиру, блять. Вот пиздец, как не хочу. Фантомка на топе, фантомка на топе, где-то здесь. Я не знаю, честно, блять, уже что с этим этим делать. Ну, блядь, надо как-то зафокусить фантомку, блядь, и снести трон, блядь, реально могли снести трон, вот просто okay. Напишите в комментариях, пожалуйста, могли мы снести трон или нет, блядь. Или кунька долбоёб, блядь, там, блядь, до трона, чтобы еще снести трон, надо было еще полгода поиграть, блядь. Напишите об этом, пожалуйста. Ну типа, блядь, у меня уже все слоты заняты, там остался только муншард, блядь. Но, опять же, муншард нахуй мне нужен. Даже никого не видим толком. You couldn't stop me. I can take the kick, can you? Yeah. Фантом, судя по всему, с рапирой. Свежее мясо! Все не возьмите нас. Чё? Я сбил его. Рапиру забрать! Красиво. Спасибо за игру.
Зато мы под фонтаном подрались. На рапиру мне на второй не хватит. Рапиру второй мне не хватит, блять. На 1000 голды. Блять, пиздец просто. Просто пиздец, блять. Почему Лего опять в день находит от команды, блять? Ну почему вы так играете? Почему вы хотите проебать эту игру? Лего без аганима куда? А, с аганимом все вижу, окей. Я не знаю, ну надо вторую рапиру тарить, хули. Any blood trails? Yeah, I see it. Я вижу. What an egg! Ладно, ГГ, спасибо за байбеки, парни, спасибо. У троих байбеки никто не прожимает. Ладно, хуй с вами. Байбеки надо лайн было отдать, и все, господи. 15 секунд осталось, они бы не забрали. Ну да, ну да. Подумаю, что до две рапиры, блядь. У УД, блядь, и у фантомки. Не забрали бы они нихуя, согласен. Что бы они забрали? Они бы забрали один лайн. Ну да, один лайн только забрали. Мы сейчас все резались, и все. Прошло 2 минуты, блядь, против фантомки с дизоном, блядь, все дела. Ну, короче, конечная, блядь, нахуй. Сейчас минус жизни, блядь. Просто охуенно. Но я в любом случае выложу эту запись. Даже если мы сейчас проебем, а мы проебем. Скади на леге. Выход без скоро. Основного, потому что морф уже своим изверил. Разве что яйца может подщекотать кому-нибудь. Рапира, все охуенно. Я не знаю, что он мне делает с этой бедой, блядь. Блядь. Начинаю охуенный выход. Жалко, он только не при рождении умер, блядь. Блять, как вовремя на меня подписались, прямо на во время игры. Ну, респект, пацан, за подписку. Дайте мне один раз орех мид закинуть, я рапиру покупаю. Just follow my tail. Here's rattle the dogs. Не стратегией, то грубой силой. Ага. This way. Аджор какой-то надо. You couldn't stop me. Вместо... Ну, в принципе, если я сейчас проебу, то я проебу. Промах у меня все равно не будет. Так. Понятно. Даже на Володе не хватает. Парни, без меня идете. Я знаю, что лучше сатаник, но сатаник долго. Владимир хоть какой-то еще урон даст. It's how I live. Дайте эту шляпу мне. Дай шляпу, пожалуйста, Морф. It's all on the way. Надо отходить, у нас Мирана нету. Bounty. I'm king. Блять, ебаное потное говно, блять. Ну, они сейчас Аегу забирают, Аганим.
Там пизда сейчас будет. Ой, там сейчас пиздец будет, блядь. Просто пиздец. What? This way. Какая ж уебанская игра, блядь. Фантом Кяегу, ну да. С рапиры, с Аегисом. И я, привет, у меня Владимир, блядь. Можно было, конечно, мом собрать. Просто настреливать еще быстрее и сильнее. Ну он, блядь, жалко не катапульта, конечно. Была бы катапульта, был бы вообще секс. Ой, блядь, волдающий эпикс, пиздец. У меня просто с ульты хлопнет, если я БКБ вовремя не прожму. Просто с ульты хлоп, нахуй, нет меня, блядь. Единственное, что с фантомкой я, может, да хуй я с ней попадаюсь, там сатаник. Просто я с ней не попадаюсь никак вообще. Надо ждать Мирану. Чё, фантомки? Форстав, сатаник, ага. Сатаник, дизоль. Ну, в принципе, блядь. А может, я ей пизды и дам? Давайте дождемся Мирану. Без Мирана как-то, ну, такое себе идти. Какой-никакой лотос есть и так далее. В трон мы не сможем убиться, нам не хватит. Вот реально, мы могли снести мир, Альтрон, блядь. Хотя ему хуй сосем. Там ОД на дефе, фантомки. Фантомка сойдет. Там огоним. Союзники, исчезли. Мы рапиру забрали? Нет. Умри, ничтожество! Покончено. Я видела нечто странное. Надо кончить. Где рапира была, не? Да, на УД где-то была еще. Да, все, она у Марфа. У Марфа от фантомки. Это фантомка. Ну хуй с этим, еще одну рапиру. Нет, это, по-моему... Блядь, парни, я не знаю. Давайте бэк. Ну так я все равно тут. Ага. А где убили ОД? У нас три рапиры, мы же убили ОД. А у кого третья? А, у Леги все вижу. В Леге. Тремя рапирами, если мы сейчас не зайдем, мы опять просто дадим возможность ему купить новую рапиру. Ну и хуй с ним, мы убиваем его, блядь. Парни, я далеко очень, у меня 18 секунд ТП. Yeah, I see it. Bounty. Байбек есть, ладно. Я ДДшку беру и иду к вам. В яблочко. Все, трон, пожалуйста, никаких фонтанов больше. Блять, пиздец. Что это была за игра? Всем спасибо, всем лайки, все молодцы. 23 на 6, белка, блять, мид. Пиздец, блять, что это была за игра? Просто нахуй. Ёбаный в рот, три рапиры, блять, это просто пиздец. Реально, народ, это ебануться, что за игра была. Палач по призванию, рука помощи, серийный убийца, блядь. Я не знаю, народ, как вам такой контент.
Вы можете обязательно, вы можете сказать, как вам такой контент, стоит ли выпускать чаще такой медовый контент на разных персонажей, на Пудже сможем поиграть в меду. В общем, куча всякого трешака могу сотворить в меду, как видите. Поэтому, народ, если вы хотите эту рубрику, пожалуйста, просто подпишитесь на канал, поставьте лайк и сделайте, и напишите любой комментарий. Народ, это займет у вас 10 секунд, но я увижу, что вам это понравилось. Пожалуйста, лайк, подписка и комментарий, это все, что я от вас прошу. Очень вас прошу. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, напишите новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ, и поднять вам всех ММР до небес.